Всем доброе утро, уважаемые зрители. 24 октября, понедельник. И у нас с вами наступают игры Национальной студенческой футбольной лиги. Группа А, дивизион сильнейших. И в 10-м туре сойдутся вузы из Ростова. Это Южный федеральный университет. Желтая форма. И в красной форме играют их соперники с севера. Ну и развод. У нас начинает игру. Первый мяч выбирает себе развод. Именно вуз из Ростова. На Дону получает пока мяч. Да, для тех, кто не следил никогда за студентами и смотрит впервые, то здесь правило именно по 40. Опять же, игра основного времени, а пока штрафную передачу пробить можно. Да, удается пробить и вытаскивает. Ситуация вот он, с правой ноги для футболиста. Может быть, будет замена. Посмотрим. Так, футболист готов пробивать. Есть удар поворотом. Приходится он прямо в руки. Горит игрок. Вот как раз подловили на этом приеме передачи. Загоняет мяч. Футболист, далее пас наверх, штрафной, можно пробить, нет, передача налево, а тут будет удар или нет, или что? Выстраивает футболист под удар, добивание! Очень, ну, так приятно еще и под удар сходу набегающему уже Назаряну, который не щадит. Ну и причем мяч отправил низом, иначе он уже будет играть на выходе, и там будет труднее. Подача будет, да, штрафную, опа, прием грудью, накат, на удар, удар, поворот, там уходит мяч. Да, еще не ударил. И сразу еще Зарабеков. Сам подает. И удар головой. Мяч в воротах. Но тут, да. Этот момент они не стали здесь. Через себя. Вратарь находится в штрафной также у команды из Владикавказа. Ну и далее, да, после игры, ребят, не забываем, что будут самые интересные моменты матча. И плюс интервью. Удар. Опа. Просят. Просят то, чтобы попадание было в руку. Но еще один удар поворотом, и вратарь берет моменты те самые вот здесь. Ну что, 1-0. Южный федеральный университет получает принять удар. Еще проходит мяч у дальней штанги и судья. Ну и мы с вами прощаемся. Для вас работала студия в спорте. Первый матч игрового дня завершен. Далее будет новая игра. Я напомню, что далее будут лучшие моменты.